Доброго дня. Що тут було? А? Що тут це було? Був пікет Батьківщини проти політичних репресій. Свободи Юрію Лисенко. Ну, було до 300 чоловік. Там Арсен Борисович прийшов. Дудняк. Добрый день. Ничего, работаем. Вот взяли у меня интервью. Говорят, когда вы в Батьковщину будете вступать? Возглавлять? Нет, вступать. Когда? А? Когда? Мне инсайд. Так я вот думаю. Я ж приходил в Московский район, да. В эту районную организацию. Как? Ну, а спрашиваю, как вступить. А смотрю, чем они занимаются. Они проводят бюро нелегитимное, без кворума. Называют это бюро. Ну, как же вот так? Все понятно. Не, могут показать интервью. Я же сказал, что был приятно поражен количеством. Около 300 человек. Ага, давайте, Ира. Ой, ну вы знаете что? Да. Вот ходите вы фотографируете. Да, да, я журналист. Журналист, снимаете. Ну а все говорят о вас, что вы предатели провокатора. Ну как вам, кто хорошо? Вы из народа.